Два человека потерпели у вынику дорожно-транспортных здарений у Могилеве. На Минской шаши подколы Volkswagen натрапила 60-годовая жихарка областного центра. Як поведомили у дяшута инспекции, она переходила проездную участку по пешеходным переходе. Жанчину шпитализовали. А на улице Чалюскинцева автомобиль Сузуки урезался у припаркованную Тойоту. Згодно по передней информации, 66-годовый водитель часово стратил керование. Магчыма за здоровье. У вынику аварии мужчина отримал серьезные травмы. Ягоны керовали у реанимацию.